Ну вот, друзья, гуси мои сегодня вместе все. Ну, молодец, что сказать. Сделал свое дело. Сделал. Умница. Долго не ждал. Не выжидал там чего-то, да? А с утреца пораньше сделал то, что надо. Молодец. Вот этот гусь с йодом на шее. В корыте, который лидер гусиной стаи. Вот так. А вот этот вот, второй гусь, он его боится. Он ему ничем не мешает. А когда этот гусь хочет мне достать гусынь, тот не дает. Молодец, молодец. Видите, отошел в сторону. Ну так, два дня гуси были порознь. Отсадила я вожака на два дня вместе с гусыней. Для того, чтобы этот гусь прямоклювый, зеленкой, который у меня, чтобы он немножечко пришел в себя, почувствовал себя тут хозяином и начал более решительно, я бы так сказала, себя вести здесь, решительно работать. Ну, смотрю, он каким был, такой и остался. А два дня этот гусь, лидер, провел у меня в другом месте вместе с гусыней, которую он утоптал только что. По-моему, это была она. Хотя там, на новом месте, когда он находился, я не видела, чтобы он там топтал гусыню. Ну, ему было не до этого. Они там маялись, искали выход. Не могли его найти. Они же, находясь на расстоянии, но недалеко, тут рядом, по соседству, они слышали друг друга, естественно, перекликивались. Но это гусю не давало покоя. Он кричал. Этот здесь гусь кричал, но не сильно, потому что он у себя дома был, прямо клювый. А вот этот кричал, требовал вернуть его домой. Ну вот, вернула. И сейчас мне интересно, поменялась ли ситуация или поменяется после вот такого разделения гусей. Смотрите, он его гонит. Не уходит. Может, что-то поменяется? Может, что-то поменяется в этой жизни, да? Мне нравится этот прямоклювый. Да. Ну, единственный плюс от него, да, что он красивый такой родился. Красавчик.
А надо, чтобы он еще и боевой был. Да, друзья, и вы мне пишете, что надо оставить, естественно, самого бойкого вожаком. То есть, если я его уберу, то я сделаю большую ошибку. Об этом гусе я говорю. Вот. Но я его убирать не собираюсь. Просто не знаю даже, вот что сказать по этому поводу, почему я хочу этого оставить. Сама не знаю почему. Я двоих оставлю, но этот не дает же Тому, понимаете, работы. И смысл тогда двоих оставлять. Значит, надо одного убрать. Я так понимаю. Ну, вот этот гусь, видите, сразу показал. Сразу показал, кто в доме хозяин. Несмотря ни на что. Вышел в вольер. И сразу спарился, сразу потоптал гусыню. Сделал свое дело. Сейчас пойдет дальше. Кушать, пить водичку, гулять. В общем, все дела такие. Ну вот что вы повылазили? Что вы повылазили с вольера? Эй, товарищ. Здесь уже мне интересно, понимаете? Вот на вот этой территории, вот такой немаленькой. Им уже не интересно, да? Там что-то новенькое, можно поковыряться. Что-то полазить, да, поискать. Ну, что вы туда пошли? Гуськи. Ну, о, а тот, смотрите, на гусыню там собрался залазить. Неужели понравилось ему? А ну, давай. Один дело сделал, и ты сделай дело. Давай, посмотрим. Я хочу посмотреть, когда вот этот гусь с зеленкой будет топтать гусыню. Ну, вообще, посмотреть на эту ситуацию. Что будет делать гусь с йодом на шее? Что же он будет с ним делать? Будет ему мешать или нет? А если будет мешать, то как этот отреагирует? Сделает до конца свое дело или убежит? Вот что мне интересно. Конечно же, я тоже понимаю прекрасно, что вожака, лидера семейства, да, главного семейства, надо оставлять самого активного. Так же самое, когда мы выбираем селезня или петуха, да, ну, чтобы топтал, чтобы смысл был от этого содержания ихнего. Чтобы были оплодотворены яйца гусиные. Вот что самое главное. Пять гусынь на одного гусака, в принципе, это будет нормально, наверное, да? Ну, опять же, я не хочу убирать, повторюсь, вот этого красавца своего. Пусть будет, покажи, да? А лидера, естественно, я даже не думала убирать. Но были, конечно, у меня раньше такие мысли. И хорошо, что я сразу это не сделала, да? Поэтому не надо все скоропалительно решать и делать молниеносно. Надо обдумывать все происходящее. Остыть, что называется. Остыть, подумать на холодную голову. Да? И потом уже окончательно принимать решение. Здесь листики разные находят. Тут еще порядки не наводили. Давно не наводили. Они же здесь раньше у меня гуляли. Когда здесь вольера не было, вот так огороженного. Была огорожена территория от огорода. А здесь они у меня гуляли. Порядки наводили, да?
Давно не наводили порядки. Заглядывает в окошко в курятник. Что ты там надеешься увидеть? Гуся. Эй. Эй. Ну вот его характер, этого спокойного гуся. Как называется эта черта? Пассивный. Как еще? Вот это. Меланхолик. Да? Ну такой вот он. Спокойный. Как будто его ничего не волнует. Вот такой ходит мне тут по вольеру. Но мне надо, чтобы он активность еще проявлял. Он топчет гусыник, но по мне так как-то не очень так охотно, что ли. Вот тот, другое дело, да? Захотел, бац, и сделал свое дело. А что ты там, ты зовет? Зовет всех. Идите домой, говорит. Да, красавчик. Скажи, 2 дня мучила. Да, да, 2 дня я его мучила на другой территории. А, что? Ну, будем тут трепать там все находить. В гости в курятник зайдете, открыть вам туда двери. Будете знакомиться с курочками? Пошли домой. Давай, давай, пошли домой. Пошли. Вот, семья воссоединилась. Смотрите, как ведет себя вот этот гусь. Он гонит этого. Видите, видите? Вот так он голову склонил. И тот это чувствует. Таким образом гусь гонит другого. И когда приближается враг какой-то гусей. В общем, чужак. Гусь перед ним вот так склоняет голову. Гонит. Перед тем, как гнать, он вот склоняет голову. И потом отгоняет. Вот так. Отогнал соперника. Молодец, молодец. Отогнал соперника и все, он тут хозяин, полновластный. А ты вот так будешь продолжать в том же духе, да? Как будто бы и не было вот этих 2 дней рассоединения. Как будто ничего и не случилось, да? Ничего это не решило, друзья. Не поменяло. Я же думала, поменяется ситуация, поменяется поведение вот этого вот гуся с зеленкой на шее. Но нет. Каким был, такой остался. Вот так. Каким ты был, таким ты и остался. Казак лихой. Зачем ты повстречался? Но ты и дорог мне такой.
Вот так. С этим гусем можно делать что угодно. Вот такой покладистый гусь у меня. Да, ты молодец. Вот так. Давай, пойдешь на второе спаривание гуся. А то сидел там в изоляции, да? Без гусынь. Одна была у него, и то не хотелось ему ничего. А сейчас только всех появилось заново. Воля тут такая, дома появился, да? Скажи, я здесь дома, я хозяин. Так они и норовят, видите. Ну, конечно, я что-то не закрыла. А я не закрыла, потому что я сейчас буду им тут воду доливать. А потом только закрывать эту. Корма еще насыплю. Вы видели, что сейчас было? Это гусыня с гусынькой тут игрались. Вот так. Видите, как приглашает. Давай, говорит. Обрати на меня внимание. Вы видите? Друг друга. Этот любит на ведро садиться. Только потом тяжело с него спрыгивать. Не всегда получается. Он хочет с ведра сразу на гусыню залазить. Но не всегда получается. Иди лучше в корыто. Там удобнее будет. Ну вот, гусыньки хотят. Зазывают. Гусей. А они ноль эмоций, да? Вот так. Гусы не думают, да что ж такое? Два гусака в стаде, и никто не обращает на нас внимания. Вот этот похож на гуся. Ну, вроде бы гусыня по клаке, а по внешнему виду вот так прям на гуся похож. И такой весь грязный. То есть его топчат, скорее всего, правильно? Или ее. Ой, ну вот так. Давай, иди поработай, мой хороший. Давай. Вон сколько девочек. Вон сколько у нас девочек. Не хочет, да? Стесняется. Думаю, ты иди давай. Я стесняюсь. Угу, пошел на разборки. Ага. Все. Отогнал. Вот лидер этот, вожак гусиной стаи. Я уже его так называть стала, друзья. Он всегда отгоняет этого прямоклювого. Рядом с ним находиться он не может и не разрешает находиться рядом этому сопернику. А гусынька моется. Думает, может, кто-нибудь хоть увидит,
Не, никто не видит, да? Гуси заняты. Ну, такое утро у нас, друзья. Все в том же русле. Все продолжается. Все в том же духе. Ничего не поменялось. Тот гусак смотрит. Тот смотрит. Сейчас побежит. Уже бежит. Уже бежит. Ну, две гусыни рядом, понимаете? С этим гусем. И он что? Ни на одну, да? Ни на одну он не осмелится запрыгнуть. Давай, давай. Давай, давай. Ну вот и все. Все ухаживания. Вот и все ухаживания. Что ж ты так? Легко сдаешься. А это мается, слушайте, так и хочет залезть. А это только гоняет, видите? Но сам не залез. А эта гусенька так хотела. И неудача такая, да? Скажи, ну что ж такое? Ну вот так себя ведет, прямоклювый. Но он топтал, гусынь топтал, когда здесь этого не было. И быстренько это все он делает. Вообще спаривание у них быстро происходит. Прелюдия дольше происходит. А так спаривание быстренько, раз, два, все, сделал дело. Ну, а тому гусю не хватает смелости, вот так. Надо ему налить эликсир смелости, где-то найти. Где его найти, никто не знает. Эликсир смелости ему надо налить, чтобы он смелее стал. Ну, вот так.